пупку, маркиз. Рановато кровь проливать-то. Есть вариант ее сохранить? Варианты всегда есть. Влад посоветовал уехать из города. Убежать. Дом бросить. Елдак за пазуху. Владу этому. Что-нибудь придумаем. Не таких гостей спроваживали. Ну что, пойду я пройдусь. Да куда вы все разбегаетесь-то? Что с охотниками будем делать? План какой? Авось родной город и подскажет. На дорогу смотри, будто старый. А ты молодой. Сам смотри, куда едешь. Дедушка, вы как? Осторожно. Живой. Живой. Ой, ребят, а на живом все заживет. Повезло, что ничего не торчало. Могли на что-нибудь напороться. Да, повезло. Повезло. Спасибо тебе, Смоленск, батюшка. Ну все, пришли. Здесь она, ваша Мила. Чтобы провалились. Лярву эту получше пали. Ну? Огонь, сынок. Не дуй, отойди. Коммунальщики план подсказали. Дай бог им здоровиться. Да уж, план наполеоновский. Кутузовский. Ты не забывай, что это мы вас тогда